Выбираем, короче, торт, берем детское шампанское. Взяли хлопушку. Ну, наконец-то, сука! Всем привет, чуваки. Короче, выехали мы покататься. Сегодня погода солнечная, но на градуснике у нас минус 4, ощущается как минус 11. Просто холодно нереально, руки красные, ветер этот ужасно холодный. Мы понаодевались, я первый раз в жизни одел подштанники, чтобы кататься. Максимально неудобно, мекас как Чиполлино. Понаодевался, сука, как капуста выехали. Короче, походу буду переходить на зимнее время. Скидывать по одному влогу в неделю, потому что кататься невозможно. Крытых парков у нас нет. И тоже не берутся. И на парковке, короче, кататься так же самое, как на улице, в принципе. Холодно. Я не знаю, что мы будем делать этой зимой. Ну, что-то придумаю. Один видосик в неделю точно будет залетать, чуваки. Так что ждите, не отписывайтесь. Видосы будут, но раз в неделю. Если будет больше контента, буду скидывать два видоса в неделю. Ну, а пока мы приехали вот на вот такую красненькую перилочку. Сейчас попробуем раскататься. Куда мы приехали? И в итоге сейчас поснимаем для вас трюки. Да, чуваки, в таком, конечно, холоде тяжело кататься. Разгоняешься, глаза слезятся, заезжаешь, ничего не видишь. Максимально некомфортно кататься. Мекас тут первый барчик делает в перчатках. Мне неудобно, пиздец. Давай, давай, делай, делай. Страшно. Ну давай, ты в перчатках, я голыми руками могу сделать. Да. Хотя руки, вот смотрите, какие красные. Оп. Ну, короче, вот так вот выглядит катка. Минус 11. Не знаю, как пацаны там рассказывают, что они катаются в минус 25 и тому подобное. Ну, просто, ну, некомфортно кататься. Да, тело не двигается, блядь. Еще у Мекаса тут, он, гляньте, сколько всего шарфик имеется. Надеюсь, у нас откроют скейт-парк в этом году. Ладно, крытый, нет. Потому что мы просто все плачем. Так, чуваки, короче, решили мы не тратить время. Заехали сразу на харьковскую Барселону, точнее, салтовскую Барселону. Надеюсь, нам удастся тут покататься, и охранники нас не сгонят в первые же минуты. Потому что уже конец дня, и спот искать такое себе дело. Мы немного поздно выехали для этого. Ну ничего, сейчас поснимаем хоть что-нибудь для вас. Так что, чуваки, ставьте лайк, не жидитесь, потому что снимаю исключительно для вас. В такой холод ужасный. Но вид тут, конечно, красивый. Вообще классный вид. Еду чисто без рук, потому что руки позамерзали. Фух. Да, зима, конечно, плохая пора времени. Не покатаешься нормально. Так что время идти работать, чуваки. Вот, найду себе работу, пойду на работу и все. Буду работать, зарабатывать на следующий сезон, чтобы снова не работать и снимать видосы для вас каждый день. Ау. Что по разворотам в оппозит? Да вот, видишь. Туго, короче, у Мекаса с разворотами в оппозит. Только недавно научился оппозит вообще делать. Говорит, только недавно научился в оппозит что-то делать. Пальцы, чувак, пальцы просто не разжеваются. Вот, пацаны, вот это весь влог будет, потому что все. Пару слов. Холодно, однако. Придумал лайфхак. Лайфхак. Лайфхак, чтоб... Красноград, село Красноград, лайфхак. Лайфхак придумал, чтоб не дышать холодным воздухом. Надел маску вообще вместо шарфа и в лицо не дует. Красноградский лайфхак. Yeah.
Не, Кат. Чувак, я тебе придумал трюк. Смотри, так же само. Запрыгиваешь на лавку, делаешь ванетти и съезжаешь передним колесом. Есть. Красавчик. Пошли не делать. Короче, чуваки, на улице уже потемнело, стало нереально холодно. И мы решили закатить к Мекасу, повисеть у него дома. Короче, на Новый год мы решили сделать вечеринку в стиле 90-х. Короче. Дебильных. 90-х. Сейчас я покажу вам пример. Что-то типа вот таком вот стиле. Одеться на Новый год. Вот так вот. По красоте чисто. Такой вот бизнес. Ой, я делал свой бизнес собой. Вот такое вот что-то типа того. Ну, короче, чтобы было весело на Новый год. И, короче, недавно были мы на секонде. Чисто заходили по реквизиты для Нового года. И Мекас чисто случайно его размер ухватил от себя вот такие вот подкрадули. Просто лютые, посмотрите какие. Туся, тебе нравится камера? Гляньте, пишите в комменты, чуваки, как вам педали для Нового года. Но я думаю, что это лучшее, что можно было найти на секонде. И за цену, чуваки, вы не угадаете вообще эту цену никогда. Пишите в комментариях. Да. Цену. Цена просто смешная была. Но тапки реально из крокодильной кожи. Дракон, дракон. Просто остроносы, все как надо. Посмотрите, какие у него педали. Ну, короче, вот так вот мы решили на Новый год приодеться, чтобы было смешно. И напишите в комменты, будет вам интересно, если мы заснимем просто лайфстайл-влог с Нового года, как мы там веселимся, отдыхаем, тусуемся. Если будет интересно, пишите в комментарии, что интересно, я обязательно для вас это сниму. Баймикса не будет. Куда, блядь, быстрее? Охуел. Чуваки, как вы думаете, что мы можем делать... С утра на Салтовке, в мороз, в лютый, я, Владик и Борис. Кататься идем. Без велосипедов. А, короче, вот. Идем в магазин, не переключайтесь, сейчас все узнаете. Вот, так, короче, мы уже в магазе, взяли хлопушку, такую два... побольше. Выбираем, короче, торт. Самый дешевый сейчас выберем. Короче, что-то выбор, да, тут скудненький. Ну, выбираем, короче. Торт уже взяли. Осталось найти шампанское. Берем детское шампанское. А какое выбираем ему? С девочкой или с мальчиком? С девочкой. С собачками. С собачкой? А, не, с девочкой. Да, с девочкой. Яблочко. Берем детское шампанское, потому что ребенок у нас не пьющий. Так, еще осталось найти шляпки для дня рождения. И все, готово. О, я уже походу нашли. Заебись. Сейчас резинки, блядь, как начнем одевать, все поотрываются, сука. Вот тут, чувак, у нас запас на много денег. Сколько там? Там три. Какие три, чувак? Их тут штук 8, наверное. Все, короче, мы все взяли. Идем. Так, короче, мы уже проникли в падик. Ну как я? Классно? Маски шоу его. Цирк уродов. Ладно, все, вызываем. Этот. Ты разобрался, как хлопушка стреляет? Не знаю. Ну давай. У тебя есть время почитать. Все, короче, мы уже в лифте. Погнали. Короче, мы уже возле хаты. Сука, Мекас боится военкоматовцев и не открывает нам, пидор. Ну, наконец-то, сука, с днём рождения! Дебилы, зачем вы глазок закрыли? Чувак, днём рождения! Здрасте! Пацаны, вы же кончили! Страшно? Я думал, это с военкоматом! Я же сказал! Я, чувак, сотрю глазок закрыть, спасибо! Страшно?
Я смотрю, глазок закрыт, думаю, что делать? Думаю, не буду дверь открывать. Пришли за тобой. Все, короче, заходим. Вот это, блин, сюрприз. Я думал, что все, на день рождения пришли забирать. Ты такой беспаленный, тебя слышно, как ты к дверям подходишь, да? Бля. Я теперь буду знать, что так нельзя делать. Чувак, очень слышно, когда ты к дверям подходишь. Сижу, блин, играю в игрушечку, думаю, блядь. О, спасибо, чуваки, большое, спасибо, очень приятно. У меня, кажется, сегодня днюха, так что поздравляйте всего с днем рождения в комментариях. Пишите поздравления, а мы будем пить детское шампанское и кушать вот такой вот торт, который мы приобрели. Блядь, у меня же нога заболела. А, пахнет. Заболела. Слышь, так он алкогольный. Сейчас ты... Хоть тортик алкогольного поешь. Понятно. А куда она делась? Куда она стрельнулась? На столе. Она об этом. Он запомнил. Надо было в Борисе, блядь. А, ебать, я не знал, что она так ёбнет. Можно ее так, как намордник, иди сюда. Я уже понял, что пахнет. Дело пахнет писюнами, иди сюда. Да все, до свидания, отдыхай. Выходи, давайте шапку одену. Вот, это будет классно. Стой. А как она будет держаться? Надо резинку типа завязать немного. Да стой. Да она думает, что ты намордник надеваешь. Да не бойся, это не намордник. Кому нравится? Рассказывай! Вот это ебать. Лека, подержи. Меня зовут мою фамилию, это дальше классно будет. О! Кайф. Нормально. Дуся. Ебать. Типа, понял? Я не думал, что она будет с ним спокойно сидеть, чувак. Вот так как-то. О, она на глаза.